Лаборатория Касперского намерена опротестовать решение Министерства внутренней безопасности США о запрете на использование ее продукции в правительственных учреждениях. Вице-президент компании по связям с госорганами Антон Чингарев заявил, что лаборатория никогда не имела связи ни с российским правительством, ни с правительствами других стран. Я могу сказать точно, это часть геополитической игры. На самом деле, если говорить о бизнесе, то доходы от продаж наших услуг правительству США относительно небольшие. Скажу так, последствия для нашего бизнеса, экономические последствия будут незначительными. Очевидно, что ущерб репутации может быть больше. Вот почему мы сделаем все возможное, чтобы предоставить необходимую информацию министерству и доказать необоснованность обвинений. 13 сентября власти США предписали американским госучреждениям отказаться от программ лаборатории Касперского, как от продуктов, угрожающих национальной безопасности. В настоящий момент в США работают 3 представительства компании со штатом в 300 сотрудников.